Так и есть, ребята, судачок. Смотри, какой красавчик. Оп, хороший красавчик. Да, значит, судак идет на пелагику. На джиг не идет, а вот на пелагику. Самое то, смотрите, как он заглотил там, видите? Сейчас будем его снимать. Хорошо пошел туда крючок. Вот такая рыбка. А вот такой судачок. Съедобный. Десять грамм. Опа, и это рыба. И это рыба. Как ни странно, я уже выматывал, зацепился. Блин, долбит как щука. Здоровая щука. Да, похоже на щуку. Давай, выходи. Смотри, не идет и все. Так и долбит. Давай, поднимайся, крокодил. Блин, сом что ли? Блин, ребята, это сом. Это сом. Только мне сама тут не хватало. Видите, какой крокодил тут. Надо его тянуть к этому, под саку. Сак далеко. Сейчас вот так багром. Блин, не хочет вылазить.
здоровый сом. Видите, какой крокодил, ребята. Не хочет. Неудобно не убрать, совсем неудобно. Уходит, уходит. Блин, тут берег такой. Совсем неудобный, ребята, берег. Готов, ребята. Ну вот такой сом. Отличный сом. Смотрите, какой красавчик. Оп. Ну не горбач. Но классный окунь. Красавчик. На такую блесенку. Как всегда, на два крючка. Так себе летит. Не фонтан, да? Ну-ка. Ох ты, это утка. Я думал, это рыба, плеск делал. Да, оп, оп. Ай-яй-яй. Оп, не-не-не, ребята, рыба, рыба. Я думал, отпустила, нифига не отпустила. Или второй раз взял. Короче, как-то так, ребят. Повторный раз схватил. Сейчас тут это опора у нас. Что-то поверху он идет, не могу понять, что поверху идет. Что поверху вышел, не пойму. Забагривал, что ли. Щуку похоже. Давит жаба только так давит. Ох ты. Видали эту картину, ребят? Ох, как пищит. Фрикцион. Здоровая жаба, ребята. Смотрите, какая. Такая килограмма 4. А то и 5. Блин, не могу ее взять. Она реально здоровая была. Ушла, видели? Обрезала мне этот шнур. Фу. Такая трёха. Может, немножко больше. Хорошая щука. В руки не буду брать, марать руки. Тут высоко по берегу, поэтому под саком отпустим. Давай, ходи сюда, под сак. Раз. А здесь ее просто в воду, да? Ну что, родная, свободно. Иди сюда, не видно тебя. Блин. Так хочет быстро уплыть, что аж не получается. Давай, пошла.
Да не к берегу пока.